Одним из постоянных участников карамзинских чтений, которые в этом году прошли в Ульяновске в 16-й раз, является историк, научный сотрудник НИИ Высшей школы экономики Роман Казаков. Он всякий раз показывает творчество Николая Михайловича Карамзина с малоизвестной нам стороны. Я должен сказать, что корпус карамзинских текстов продолжает пополняться. Может быть, не очень такими высокими темпами, и вряд ли мы можем ожидать каких-то новых, неизвестных нам масштабных произведений Карамзина, скорее всего, этого не будет. Но ведь благодаря усилиям ульяновских исследователей нам становится известно о новых письмах Карамзина, предположим, о новых сочинениях Карамзина, небольших его работах. Но ведь есть еще несколько сотен листов черновиков истории государства российского, которые до сих пор очень мало известны историкам. Они почти не введены в научный оборот. Они почти не цитируются, но в первую очередь потому, что они не прочитаны. Я пытаюсь читать такие черновики. Это нелегко, но возможно. И это необыкновенно интересно. С новыми находками я стараюсь приезжать в Ульяновск и на карамзинских чтениях здесь докладывать об этих небольших, но очень важных открытиях для изучения творчества Карамзина. В этом году Роман Борисович вновь порадовал участников конференции своим небольшим открытием. Когда я стал читать черновые листы шестого тома, то встретил ровно эту формулировку категорического императива Иммануила Канта. Как доказательство чего? Шестой том истории Карамзина – это эпоха Ивана Третьего. Это эпоха складывания российского государства. Это главный герой Карамзина. Ему он посвятил самые торжественные, самые возвышенные строки о России, которая теперь становится государством. Так вот, незначительный эпизод, попытка, как бы, зафиксированная в летописях, как бы попытка отравления Ивана Третьего. Совершенно банальный эпизод для средневековой истории. И в истории Карамзина много раз встречаются вот эти страницы о том, как князья предавали друг друга, убивали друг друга, чинили всякие злодейства. Здесь совершенно проходной эпизод. Однако Карамзин сопровождает его пространным рассуждением о том, насколько безнравственно, противно нравственности, противно закону, противно порядку, противно совести тайно покушаться на жизнь человека, тайно убивать монарха. В том случае, если речь не идет о военной опасности, речь не идет о нападении на государство. Так вот, в истории, в опубликованном тексте, у нас остаются слова только о том, что нельзя покушаться на жизнь монарха. А ведь в черновиках текст гораздо полнее. Там речь идет не только о монархе, там речь идет вообще о человеке, о гражданине. Гражданин, конечно, не в нашем понимании слова, не гражданин государства, а гражданин – это человек, который способен поступать сознательно. Так вот, невозможны такие действия. И доказательством этому служит категорический императив Иммануила Канта. Вот он, кантовское выражение, является основанием для карамзинских рассуждений и доказательством, центральным доказательством для карамзинских рассуждений о том, что такое идеальное государство, что такое идеальный монарх. Это государство, где процветает закон, где на основе закона, которому следуют и монарх, и подданные этого государства, на основе этого закона царит справедливость, царит порядок. И более того, эти законы устанавливаются для того, чтобы обеспечивать благо человека в этом государстве. А монарх первый, кто будет обязательно соблюдать эти самые законы. Вот эти убеждения у Карамзина сложились едва ли не с самого детства, едва ли не с начала чтения многообразной европейской литературы, новинок литературы того времени. Я думаю, что эти убеждения его складывались, начиная с первых его книг, которые он читал в Симбирске. Сейчас история, современная история, собственно, написана по истории как раз карамзинской истории. Но все ли там так, как было? Как вы считаете, Карамзин написал так, как было, или все-таки он что-то интерпретировал? Мы с вами, судьба у нас такая, мы с вами никогда не узнаем, как там было. Не получится. Я для себя такую, может быть, немножко
не очень справедливую формулировку, может быть, отчасти шутливую выработал, что та история, древняя история, конечно же, и в основном история древнерусского государства и доордынского нашествия, которую мы читаем теперь во всех учебниках, в школьных учебниках, в вузовских учебниках, в многотомных историях России, что вот эту древнюю историю для нас создали три человека. Два автора и один заказчик такой истории. Так вот, один из авторов, древних авторов, видимо, так получается, что игумен Сильвестр, который переделал повесть временных лет по заказу Владимира Мономаха. Владимир Мономах выступал заказчиком именно той летописи, того рассказа о современных ему событиях, который нужен был Владимиру Мономаху. Так появилась повесть временных лет. А затем, когда она попала в руки Карамзину, он рассказал о событиях истории Древней Руси так, чтобы эту историю прочли все, она была интересна всем. Вот поэтому получается, что игумен Сильвестр, Владимир Мономах и Николай Михайлович Карамзин – творцы того рассказа о нашей древней истории, который мы читаем сейчас. И с тех пор там очень мало что переменилось. Но ведь важно, что такой рассказ, понятный, интересный для самых широких читателей, есть. Он обязательно должен быть. Он обязательно должен быть таким, чтобы мы, ну, все были согласны вот с таким рассказом. Для того, чтобы мы чувствовали себя вот вместе и чувствовали себя единым целым, единым национальным целым, единым целым, может быть, с точки зрения нашего национального сознания и нашей души. Должен быть такой рассказ. И ведь рассказ Николая Михайловича, который называется «История государства российского», одно из центральных произведений вот в этом ряду. Оно не единственное, но центральное, то, которое читается до сих пор с интересом. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.